Всем привет! Спасибо, что вы зашли на канал. Это канал Игры. И сегодня я буду делать прозрачный лизун вот из такого клея и загустителем спрей Тимурова. Сначала мы начнем заливать простой обычный клей. Надо снять весь этот... все эти заглушки. Вот такая одна. И вот тут еще одна. Вот. Так, и наливаем это все в баночку, в которой вы будете или хранить клей, или просто делать в этой баночке лизун. Так, вроде все. Теперь добавляем 3 пшика Тимурова. Вот, пошел. Раз, два, три. Ну, я добавлю на всякий случай еще пару. Буду перемешивать. Вот, уже по чуть-чуть загущает. Но я думаю еще. Чтобы распылить и на вот пачку, и вот так вот потихонечку мешать. Вот он загущается уже, такой получается небольшой лизунчик с одной баночкой. Я думаю, для этого всего надо 2 баночки, поэтому я пока разберусь с этой частью, а потом буду разбираться со второй. Если все-таки буду ее или делать, или нет. Так, добавляем еще пару шпильков. Вот так. И вот так вот. Потихоньку перемешиваем. Я думаю, я уже возьму в руки. И буду мешать. Сейчас. Так. Вот такой как тихонько лизунчик получается. Он пока хорошо тянется, но его надо мешать. Он чуть-чуть липнет, но его чем дольше месишь, тем будет он лучше и хорошей. Так, вот такой. Он прикольный, но я думаю добавить его в него еще чуть-чуть клея и загустителем. Так, загустить сначала клей. Вот, я думаю, столечко. Ну, еще чуть-чуть. Вот так. Так, наверное, будет достаточно. Добавляем загуститель. И только, наверное, я думаю, с жидкостью для линз и спреем Тимурова только можно это загустить. Потому что с тетрабаратом натрия он очень сильно загустит ваш прозрачный зум. Поэтому вот. Сначала потом появятся в нем пузырики, но вы оставите на 2 суток, и тогда все пузырики пропадут. Я не буду, наверное, окрашивать этот лизун, потому что я потом добавлю в него всякие разные добавочки. Вот. И, может быть, в следующем видео вы увидите этот лизун, и я вам покажу, когда делать буду другой лизун. Он прикольный очень. Такой прозрачненький. Так. Соберу со стены клей. Так. Вроде все. Пока уберу баночку,
уберу спрей Тимурова и палочку. Прикольно как. Такой прикольный получился. Вау, как смотришь на этот лизун, он такой как бы странный, не знаю, как какой-то как такой, как такое зеркало изогнутое, вот. Когда вот ты его растягиваешь вот так вот и смотришь. Вот в этих местах таких самых прозрачных кажется, что это такое стекло, которое такое неправильное. Ну ладно, наверное, на этом все. Всем до новых встреч и всем пока!